Приветствую всех, с вами Сенсей. Вдохновила меня предыдущая игра. Я решил Dark Souls, первую часть, ремастерит HD. Текстуры я восстановил. Ну, стало получше смотреться, не особо, конечно. Сделал мрачный вид с помощью решейдеров. Давайте посмотрим, что с собой представляет игра. Начнем новую игру. Я немножко поюзал. Так, имя надо этого черта. С большой, что ли, буквы-то его написать? Мужиком давайте. Класс, что там класс? Рыцарь какой-нибудь, воин, может, воин. Что они тут делают? Рыцарем, я сейчас пробовал рыцарем, он какой-то, блядь, еле двигается, да. Давайте попробуем вот эту взять. Дары я вообще как свинья в апельсинах. Ну, наверное, чем крупнее, да, тем медленнее бегает, наверное, да? Кожа и кости. Блядь, нахер вот такого говнину, братья? Понять не могу, блядь. Ну, чё не так-то, блядь, не пойму. А. Крестьянин, тупица, блядь. Вообще, мы увидим этого человека? Мы, по-моему, даже не увидим. Он, блядь, вечно в маске будет, блядь. Абориген какой-то, ну точно. Блядь, уроды, сука. Страна дорожает. Дураков, блядь. Эй, блядь. Я не знаю, тут может быть и что-то и сделать им можно какого-то бойца, но все так страшно выглядит. Прям безумно страшно, блядь. In the age of ancients, the world was unformed. Сейчас так минут на 40 затянем эту дресню. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Тут вот прямо я сейчас играл, вот да, прям вес ощущается. Ну, конечно, побыстрее бы после той игры быстроты. По-моему, вот я третий пробовал Dark Souls, он там более живой, но тяжесть, вес ощущается. По сравнению сейчас с этими новыми играми, просто говнина какая-то. Я не знаю, здесь сюжет ли вообще есть. В таких играх, по-моему, вообще нисколько не важен. Вечная война, там, добра и зла. И все по большому счету. Графику я сделал, еще раз говорю, мрачную. Сейчас я вам покажу, какая она есть и какая. Мне кажется, мрачной более подходит. Потому что здесь, смотрите, такие зомбаки там, все разрушено. Дворцы какие-то столетние, да. Тысячелетние, наверное, не столетние. И травка везде зеленеет. Солнышко блестит, травка зеленеет. Ну, как-то, мне кажется, не особо подходит. Но и она темнее становится. Я яркость на всю врубил. Хочу всех попросить, дождитесь. Я сегодня проконтролировать не могу. Иду в ночь. Поэтому игра выйдет. Возможно, YouTube опять зависнет там нахрен. Поэтому дождитесь 2К. Даже если Full HD вы смотрите, лучше 2К смотреть, все равно картинка будет более плотная. Дали еще ему тут присадил, он заорал, по-моему.
дракошки. Залезли кошки в дракошку. Вот это так выглядит мир, что ли, вот это? Я так и не понял. Эх ты, руки человеческие. Я что-то девицы ни разу не видел вот видео, чтобы кто-то играл девицей. В такой помойке, блядь, по-моему, место не для девицы точно. Ну что ж, начнем, что ли? Ну в какой-то тюрьме, что ли, да, очнется-то? Мерзавец-то. Опа, не глотание. А что они жрут здесь, блядь? Тут здесь всех уже пожрали. Ну, вот собака какая-то. The undead are corralled and led to the north. Where they are locked. Вон стены там, видите, впереди, смотрите. Опа. Прям как это, как его, Outlast. Один в один, блин. Нет, наверное, скорее всего, этот, как его. Ужастик-то этот, да. Не резика. Silent Hill. Silent Hill. Блин. Сделал я Silent Hill. Так и назовем. Видите, какой черт у меня. Еще один прилетел. Что это за самолет? А кто там? Смотрите, люди какие-то там. Вот, смотрите, формалей какой-то. Иди сюда! Сволочуга! Сейчас мы тебе накатим, блядь. Порежем, блядь. Я сейчас вон вихтовался там это. Юнити, смотрите. Выносил там черепушки краило. Вот ключи дали, блядь. Свой, значит, какой-то демон, блядь. Я кнопками, честно вам скажу, еще не разобрал, в большом счете. Вот какой-то сухарь стоит. Босса я тоже не валю. Не знаю. Да, я забыл сказать, здесь изи мод стоит. Я просто так в эти игры не играю. Сразу говорю, любителям таких игр проходите мимо. Потому что я не могу так по 100 раз умирать. Кто это будет смотреть? Кому это интересно? Я еще, может, еще мощнее сделаю. Пока я сделал посерединке 70% поглощения урона. Извините меня, может, придется... Сделки 95. По крайней мере, не сейчас, может быть, потом. Ну, выдрачивать здесь, это... Я играю, именно мне нравятся вот бои. Но Unity, бля, всех переплюнул. Ассасин, я имею в виду. Я сейчас там этих чертей, бля, гасил на... Такой... Д'Артаньян, бля. Выхлёстывал там всех. Вот. А сучка меня подначивала, бля. Ну вот здесь я вам сейчас покажу, вот потом напишите, кому если не понравится, я могу сделать по-другому. Ну вот так он выглядит, смотрите, не знаю, черт его знает. Мне кажется, уж больно красочно. Поэтому я решил вот такую хренатень сделать. Прям, блядь, как кахи валились. Тащили. Вот дверь открывает, как в предыдущей игре, блядь. Так, по-моему, его надо тут пробежать, да? Что-то вот здесь написали. Ага, убегает точно. Кусок говна вот этот надо будет завалить. Я не знаю, смогу я его завалить, нет. Ну, конечно, первая часть ихняя. Ну, она, по-моему, всех больше... Всех... Блядь, петух вонючий, блядь! Блядь, надо ему навалять. Так, прочитайте, ага, минимум эскейп.
Escape. Я пока не понял, как тут что делать. Это щиты, блядь, здесь. Вот он, блядь. А меч где у меня? Меч-то где у меня? А меча-то и нет у меня. Что? Купил штанишки. Собрал вещички. Купил штанишки. Убить его, блядь, какой, блядь? Чушок, блядь. Мощный у меня, нахуй. Куда ты, блядь? Это ч. Ты ч, блядь, козленок нам? Это ч это за шалопай такой, блядь? Стрекотнул, блядь, и убежал, блядь. На тебе, блядь, забыл фишку поставить. Здесь вот нормально фишки ставятся, блядь, писать. У меня еще есть. Блядь, куда ты бьешь-то, я не пойму. Выходи сюда, блядь, черт ты вонючий, нахуй. Как он... Почему он не, блядь, не попадает-то по нему, нахуй? Наконец-то, блядь, стал попадать, блядь. Чё это, блядь, за глюк такой, блядь, ёпта? Блядь, надо было его сразу замочить, этого урода, блядь. Блядь, вообще надо было пройти. Через эту дресню надо было пройти. Почему у меня, блядь, жизнь-то не убавляется? Мне кажется, это какой-то сбой произошел, блядь. Почему он никак не сдохнет у меня, блядь? Я на него жизнь, блядь, не ставил. Я на себя ставил, блядь. А он, блядь, может этим обгрызком, нахуй, вонючим, блядь, не может его убить. Тупица, блядь. Вы видели, куда он стрельнул, блядь? Седалище себе стрельни, блядь, козленчий. Вот он, блядь. Нет, у меня где-то должен быть этот, как бы. Топорик. Здесь нельзя переключиться. Не нашел я, видать, что-то. Где-то он должен быть. У меня в прошлый раз меч был. Может, я его не поднял, блядь. Распиздеть. Я, кстати, только, по-моему, до сюда вот дошел и все. Я что-то не помню. А, нет, какой-то камень тут выкатился, я помню. Как вот ту херню достать? Я что-то потыкался, этот поросенок запрыгнул туда. Галим хил. Здесь какой-то камень, по-моему, покатился, блядь. Ты злой такой. Ух ты, блядь. Чё это за говно такое, блядь? Как от него, блядь? От этого мерзавца, блядь. Сука. Вот видите, он мишень, блядь, и спиной ставит, нахуй. Сука, страна дорожает, дурашлепов, блядь. Кишечник, блядь, куда он убежал, блядь? Эх ты, блядь, нихуя себе дурашлеп, блядь. Да он этим клинком сраным, блядь. Нет, я что-то там пропустил. Где-то у меня уже меч должен здесь быть, да. Однозначно, блядь. А как парируют-то? Нихуя себе, вы чё это, блядь, смотрите, это наркоман, блядь. Пробило его. Нет, обгрызок, это я чё-то там... Вы видите, какой-то он дьяволёнок, блядь. Мешок с говном, блядь. Куда идти, я что-то понятно. А, это костер там. Какой костер? Мне надо найти это, как ее. Пойди найди тут ножичек. Там что-то
светилось. А, вот какой-то дурак. Oh, you. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. Ну-ка, перестань! Thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening. Здесь и то разговор идет. Вот сколько я проиграл-то, блядь, 15 минут? Well, now you know. Там я сколько пробегал, блядь, ни разу там никто слов не пернул. Oh, one more thing. Вообще игры в последнее время какие-то все глухонемые, блядь, пошли. An Estus flask. На всем ленится, блядь. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to. Прощай, прощай, ничего не обещай. So go now, and thank you. У меня этот глухонемой, да, чё вот. Я использую. Чё использую? Жизнь, чтобы сожрать, что ли? Я использую, блядь, дурак. Мне надо меч найти ее. Блять, урод, нахуй. Все никак не сдохнет, блядь. Я что-то понять не могу, где у меня это, нахуй. Меч-то, блядь. Какой-то обгрызок, блядь. Я сейчас только до этого играл, блядь, у меня был меч. Где-то в этих камерах, что ли, вонючих, блядь, я просрал его. Тут ведь меня в этой игре вообще Dark Souls во всех этих раздражает одно и то же, когда, блядь. Вот, наверное. Точно, блядь. Сука вонючая. Конечно, я их тут буду пилить, блядь, неделю, да. С котов этих. Как его убрать, это? Вот это говнило, как его убрать? У меня не переставляется кнопки-то, блядь. Уже не работает, что ли? Понять не могу. А, у меня это горит. Так, сменить, надеть. Как отменить-то? Одел он уже все. Так, колесо я убрал. Вот это у меня меняется, да? Это щит. А это у меня бульон. Так, давайте к костру пойдемте. Погреем печенку. А что он мне за ключ-то давал? Дурашлёп-то. Куда идти сейчас? Жирному к этому, что ли? Вставай, пойдем. Жирному. Что такое, блядь, не пойму, какое-то устройство, блядь, заперто. Как же его, блядь? Мерзавцы-то это, блядь. Наверху, через ту дверь, через верхнюю. Блядь, камень тут опять не покатится, блядь. Блядь, зимбара, сука! Блять, я разошелся, вы видели, блять, я просто обезумел, блять. Червяк этот помойный, блять, опять здесь. Ну вот, возрождается. Нахер мне вот это ваше возрождение, блядь, помойное, блядь, ненавижу. Вот они, суки, блядь. Лапки земли. Куда ты, блядь? Куда встал? Встал? Мешки с говном. Вы куда, блядь, встаете-то? Я понять не могу, нахуй. Кто тут мне напырял, блядь? Нахер мне тут?
Блять, подкни ему спину ту эту трясню, блядь. Падение удар, блядь. Парируйте, я понял как. Смотрите, смотрите, какая-то обезьяна с светящимися глазами. Куда ты нахуй? Ты сука вонючий, блядь. Чё, блядь, обалдели, что ли, тут все, нахуй? С самого начала меня уже на жопу сажают, блядь. Вы видели, блядь? Блять, я боюсь вот этих вещей проходить туда. Куда он прошел? Эх, нихуя себе, блять. Подонок жирный, блять. Ну что такое, блять, я не пойму, блять. Дайте мне встать-то, блять. Ему, по-моему, всегда в жопу надо заходить и... Смотрите, смотрите, катушка, блядь, жирный свинота, блядь. Улетел, блядь, кусок говна, блядь. Ну ты ж, сука, жирный тварюга, блядь. Да, тебе по попке-то, блядь. Да, сука. Вы видели, блядь, по сраной попке, блядь. Как в попе, блядь. Заколбасил я этот свинот уже. Вот так вот с модом-то играть, видите? Я бы уже сейчас был на седьмом небе, блядь. Тут, блядь, опять нахуй что ли идет, блядь? Вы чё, блядь? А это что за... Зырки свинот. Может здесь есть что-нибудь? Мне кажется, в этих играх нету ни хера, блядь. Все это, блядь, просто приколы, блядь. Кто это там ходит, блядь, я не пойму, я же убил его. Мерзавца-то этого жирного. Открыть нахуй. Так, а если я сейчас пойду к костру и чего, блядь? Сдохну, опять этот черт появится, блядь. А? Блядь, я разошелся. Блядь, сейчас закроется дверь, нахуй. Паломника какой-то, блядь, большой ключ. Ну, давайте посмотрим другой мир. Вот он как выглядит. Мне кажется, уж больно зеленый он какой-то. Да? Перещур зеленый. Давайте так оставим зеленый, чтобы оставим. Для пыли солить. Ну что, вот озвучить нельзя было это место? Ступай прямо. Вот, смотрите, какая тут зелень, блядь. Там солнца-то никогда не было, нахуй. Они тут что-то с зеленым. It is stated, one day an undead shall return. Тихо, ничего себе, курица какая-то прилетела, блядь. Не понял я, что это она меня забрала куда-то, смотри. Блядь, это мой самолет. In pilgrimage to the land of the ancient lords. Лордрен. Да спит он. Будильник не завел ни хрена. И заодно сейчас помойки в другую игру. Я, кстати, эту игру вообще не играл. Вообще. Я вот этого босса, который сейчас валил. Dark Souls я пробовал, да. Не получился у меня. В эту игру я тоже пробовал. Я дошел, по-моему, до одного, до этого, по-моему, лучника и все. Да. Ну, какой-то черт сидит.
Ну что это такое, вот я вот понять не могу. Что это тут вас сжечь, что это такое, вот новый уровень. Ну новый уровень, это что-то здесь вот прибавить. Силы хочу, и здоровья. Вообще не понятно. Вот и связано. Звонки эти уже, блядь, достают. Так, все, здесь я принял. Принял, все, на грудь я принял. Что это такое у нас? Голым. Может, голым, блядь? Что это такое, вот обратите? Никто ничего мне тут не объяснил. Может, этот козленок вот сидит? На жопе, блядь, и растет. Я уж не стал так подробно разбираться в игре-то. Может, она и не зайдет. Будет первый взгляд. Если игра набирает 5 часов, то будет прохождение один изменено. Давай, помогай. Two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight. Чумы там живут. Ring them both, and something happens. С чумичками. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. Значит, где-то под землей, где-то там, черт знает где. It is why you came, isn't it? Крыши мира. To this accursed land of the undead. Что он делает здесь вообще, этот мерзавец? Мерзавец, а мерзавец? Ты кто такой, сука? Эх ты, нихуя себе, смотрите. Так это какой-то, блядь, смотрите, это, да. Космонавт, ебать. Костюм у него космический. И чего? Куда я сейчас идти? Вон какая-то трясня, блядь. Трясня. Это человечек. Мимо его, что ли, сюда вот? Блять, ни карты, ничего нет, конечно. Блять, обнулились уже, да. Такой степени, что, блядь, играть не хочется без карты всего. Здесь нет карты. По-моему, в этих горшках бесполезно. Зачем их сделали, эти горшки, понять не могу. По-моему, в них нет ни хера ничего. Крепит, блядь. Переснят, блядь. Жесты, блядь. Hello there. I believe. Смотрите, народ тут шарохается, блядь. Что-то торгует, может, чем-то, блядь. Петух какой-то, блядь. I'd prefer to keep a distance, if possible. Есть у тебя тут горшках-то, блядь? Сейчас вот здесь вот должен быть. Все бесполезно тут. А че это петушок-то, я не пойму тут? Стоит, бля, буксует. Куда идти-то, бля? Где эта жопа мира, бля? Вниз куда-то, вон, смотрите, куда-то лестница какая-то. А он сказал вниз и вверх, да? Может быть сначала вверх? Вот петушок, блядь. Эх ты, блядь! Нихуя себе! Это он с костылями-то, блядь, ё-моё! Своими дрочилами, ручищами, блядь! Жизнь, конечно, у них убавляется, блядь. Блядь, хотел парирование сделать, блядь. Кто это? Кто это? Чё это делают, блядь? Поджигает, блядь. Кто это поджигает, я понять не могу. Кто это вот такое делает, блядь? Что это за мерз? Вот это, что ли? Кишки вот эти, блядь. Или сверху там какая-то... Блядь, точно мерзавец какой-то сверху хлыщет, ёб. Эх,
блядь, какой армян, блядь. Здоровый, блядь. На, полежка тебе, блядь. Дураки, блядь. Копытцем, блядь, не стал, блядь. Так, подождите-ка, теперь надо разобраться в ситуации, как говнину-то эту использовать. Шлем какой-то, смотрите, подобрал, блядь. Может быть, мне что-то там качнуть нужно, блядь? Какую-то трясоту, блядь, трястоту, да? 14. Так у меня одет 14. Чё, какую-то помойку, что ли, дают? А зачем мне это, блядь, помойная, блядь, дресня, блядь? Зачем она мне нужна, блядь? Пользовать не надо, а как его взять-то, блядь, на соседа? Не, все-таки мне кажется, вот этот мир, блядь, самый то я подобрал, смотрите-ка, блядь. Ну что это такое, блядь, вообще? Секиру, ёпта. В секиру там такой вид, блядь, японщина, блядь. Что-то какая-то обезьяна выпрыгнет, блядь, как черт из табакерки. Как в этом, в третьем, блядь. Я бесила, блядь. Здесь проход где-то есть. Ё-ё-ё. Сук, говна какой-то сидит тут, нахуй. Что тут такое же, сук, говна? Я мишени тут бегу и пикую мишень, блядь, чтобы... Она вдалеке, сразу издалека вытонула эту мерзость. Это... Что-то странное, блядь. Вот это мне нравится, когда проходы, блядь, не надо, блядь, по кругами накручивать, блядь. Вода какая-то три... Кто-то ссытся, блядь, вот эта лошадь, блядь, ссытся. Да, тебе по печени-то, блядь. Вставай! Суки, блядь, суки. Эх ты, блядь! В последний момент я заметил, что там красный что-то. Я думал, сейчас почка взорвется. Вот такая, видите, красная она. Что-то вообще опасно, мне кажется, тут. Вот, без пушечек, блядь. Эх ты, нихуя себе, блядь! Да, вот здесь мишени, блядь. Нет, ты... Все у меня работает, кнопки, бля, все работает, нахуй, идеально, бля. Мишень не пропадает, бля. А там вы видели, что творилось, бля, предыдущие, бля. В тресне в этой, бля. Повелителях в этих, бля. Падших, бля. Лонг, бля. Где тут еще, бля, каждый раз, бля, я не пойму. Это же не резик, бля. Вот какая-то хренотень. Куда идти тут? Куда идти, блядь? Говорите, суки. А чё, блядь? Чё, я пока держусь. Мод-то мне помогает. У меня уже давно какахи, блядь, лежали бы. Опа. Чё это за души, блядь? Нахер они нужны, блядь? Понять не могу. Чё-то покупать на них? Мешки с говном. Одну тресню на другую менять. Так, я пошел на крышу мира, да, я так понял. Эх ты нихуй! Да что это за обезьяна, бля, прилетела она? И чего, бля? Мешок с говном, где он, бля? Блять, какие они... Так и надо было им по промежности, блядь. Куда ты нахуй не убежишь, блядь, скакун ебаный, блядь, мешок с говном. Смотрите, бармалеет. Дурак, их ты, сука, дурак. Пицца, блядь, чё ты подбирает какую-то трещатину? Хрен поймешь, блядь.
Че это разошелся-то, этот клоун-то, блядь, там наверху? Иди-ка сюда, блядь. Че, блядь, обалдел, что ли, блядь, на? Гамнина. Блядь, опять кто-то срется там наверху, блядь. Ну чё, блядь, рубака, блядь. Из Silent Hill'а, блядь. Блядь, всё с той стороны, блядь. Когда с этой-то будет, блядь? Мне что-то не нравится. Мне кажется, вроде всё-таки темновато. Я вот эту фигню включил, блядь. И она мне просто... Это уж сильно засветляет. Так, где у меня еще это цвет? Ладно, хрен. Пойдем так. Враг. Блять, я все разрушу здесь, нахуй, блять, какие-то помойки тут стояли, блять. Где мне эту запись-то, блять, я понять не могу. Опа. Срёшь тут всякую дрянь искать, блять. Блять! Козлёнок. Козлята учится летать. Летать. Вот не полетел он туда ни хера. Так, смотри, куда они свалились. Ну, у вас, по-моему, будет немножко посветлее, чем у меня. Всё, я, блядь, заблудился. Я чёрт не знает, куда идти-то, блядь. Вон опять там трещит кто-то, блядь. Я стреляю, блядь. О, костер, блядь. Гори, гори. А я здесь, да. Новый уровень. Где очки-то здесь тратить? Я что-то понять не могу. Все? Поп еще шлепнули мне и все. Здесь ничего больше нет. Наверх. Ну сейчас чувствуется какой-то брикен, блядь, тут начнет, блядь. Чего? А, вон лестница какая-то, блядь. Значит, не наверх, что ли, хера. Вон там чурбан какой-то ходит, блядь. Значит, туда идти, что ли? А чё они жопы-то стоят, блядь? Да, и так это они опять появились, блядь. Мерзавцы, блядь. Нахуй они нужны, блядь. Выполз, блядь. Пробил я им, блядь. Так, я что-то понять не могу, куда идти-то, блядь. Вот какая-то лестница, блядь. 10, я не никак. Так, а здесь я куда? Я оттуда пришел. Вот там я был. Да? Ну все, это вот Dark Souls 3, блядь, начался, блядь. Хер поймешь, блядь. Куда тут дрочить, нахуй? В какую сторону? Костер тут прилепили, блядь. Все-таки туда, наверное, надо было идти, блядь. На мост опять туда. Здесь как бы отметка, я мимо ее прохожу, отмечаюсь, да?
Вот здесь вот отметку делаю, я иду дальше на мост. Вот туда, в эту, блядь, помойку нас. Куда ты, блядь? Ты чё это за хуйня такая, блядь? Куда ты, блядь, козёл, полетел он, блядь? Нажал я, блядь, вы видели? Они взяли, взял мишень, блядь, переключился и убежал у меня туда, блядь. Сучёный, блядь, повечий. Кусок говни. Нажал я, дурак, блядь, на эту фишку, блядь. Вот он здесь, блядь, прыгнул, да. А, хуйна, блядь! Прыгай, дурак, блядь! А, блядь. Порез ты, блядь, вонючий, да. Чебуреков, блядь, тут развелось, да. Чуд, я, блядь... Меня, конечно, вот раздражает и эти игры именно тем, что вот, блядь, каждый раз, сука, одно и то же, блядь, выдрачивай, нам. Да. Куда-то вот сюда, наверное, проход. Где вот я, блядь? Вон, смотрите, смотрите, какая-то собака забегает. Не успел ты, блядь, дружище, блядь. Подними с пола пирожок и сожри его, блядь, тварь. Здесь был я в этой помойке, блядь. Вот чемодан я этот открывал, блядь. Вот, наверное, вот сюда мне, может, надо. Туда куда-нибудь. Здесь я был. Вот этот олигофрен тут стоял, блядь. Безнадёга, блядь. Чё надо, блядь, вид переключать? Я ни черта не вижу. В зелёный, блядь. В зелёный вид играть. Так, откуда я куда пошел? О, вот здесь я не был, да? Так или нет? Идет, 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 смотрите, Шаулин, блядь, ебать. Эх ты, блядь, нихуя себе! Сука, дайте мне этого безумца, блядь, вот этого с говном, который, блядь, кидающийся, блядь. Ты, блядь, рубака и собака, нахуй. Все просрал, блядь. Да, слишком темно, просто я ничего, ни черта не вижу, блядь. В этих потемках, блядь. Вот так вот. Хорошо они меня саданули-то, блядь. Смотрите, ни одной жизни мне не дали. Ни одной, блядь. Вот сюда, по этой лестнице, наверное, туда надо идти. Попробуем что-то. Ну-ка, кишечник. Все закрыто, чертовой матери. Кому ничего тут не надо. Циркач, блядь. На жопу. Опасные вот эти вот мерзавцы-то, блядь, оказывается. Вон они там тусуются, блядь. И меня они ищут. Пойдем сейчас им, блядь. Полежка. Чё, кого они ищут? Кого они там посмотрят? Блять, сейчас у тебя упадет, нахуй. Вы видели, блять, в щель половую, блять, упал, нахуй. Сейчас ищи свищи, блять, опять, нахуй. Опять к этой закрытой двери пришел, блять. Ё-моё, блядь, здесь балкон этот с этим дураком, блядь. Где вот я сейчас? А, вот он, лестница. Может, мне туда не надо идти, блядь? Может, надо вот где-то здесь, блядь? Эх ты, нихуя себе! Чебурек пришел сам, блядь, ко мне. О, прошел, блядь, смотрите-ка. Мне нравится это в Elden Ring, блядь. Блядь, сейчас пизданется, блядь. Тихо, тихо, угомонись, блядь. Тоже вообще здесь такие напряги сделали. Бомбы. Как вот эти бомбы вот я бомбила, блядь, вонючий. Здесь жизни, вот. Вот здесь вот надо бомбу-то поставить.
А как их швырять, эти бомбы? Я вообще вот как свинья в апельсинах в этой игре, блин. Байка одна у меня только. Где вот эти бомбы-то? Я что-то понять не могу. А, вот она. Да что тут, блядь, взялись нахуй сегодня, блядь? Все, я бомб наставил, да? Вон жизни-то у меня сколько, да? Блядь, опять не то. Вот каких-то черных. Че вот они делают, эти бомбы? Давайте сейчас посмотрим, блядь. Как они... Куда они смотрели-то, эти... чебуреки-то, блядь? Я вот не вижу здесь абсолютно, где идти, блядь. Ну туда, может, надо идти. Ну туда куда-то. Как вот я здесь прошел, блядь? По каким-то досочкам, блядь. Блядь! Да, конечно, блядь, игрушка, блядь. Ну это там я был уже, ну. Вот оттуда, там костер был, в той дыре, блядь. Нахер я сюда спрыгнул, блядь. Все, теперь отсюда ни хрен вылезешь, ебать. Он разобьется сейчас у меня тут, нет? Пицца, блядь, вонючая. Давай вон эту жизнюшку поправим. Чё, блядь. Надо поменять кнопки. Так, я вот сюда, по этой лестнице поднялся. И что дальше, нам? Дальше нельзя, яйца мешают, блин. Все двери, бля, постоянно закрытые какие-то, блин. Вот сюда, может, куда-то надо идти. Вот и какие-то чебуреки стоят, блин. Трое их. Ну, а куда я там дальше пойду? Ага, вон там чемодан, блин, смотрите, блин. Блядь, пинул, сука, и промазал, блядь. Эх ты, блядь, курильщик, блядь. Ну что ты, блядь, я не знаю, это какая-то хуйня, блядь, нихуя тут не работает, блядь, это отбивание, блядь, вонючие, блядь, говённые. Даже пробовать больше не буду, блядь. Парирование, хуетень какая-то, блядь. Смотри, блядь, он тычет, блядь, и тычет мне, нахуй. Урод. В жопе ноги, блядь. Блядь, чемодан этот... Как чемодан-то открыть? Ну, чемодан, здесь закрыта дверь. Никаких чемоданов не будет. На жопе, блядь, я. Без этого чемодана. Сверху. Блять! Петухи, вонь. Смотрите, что делают, блядь. Блять, блок-то будешь ставить, нет? Сейчас какой-то черт, блядь, выпрыгнул. Да. Куда наверх идти, блядь? Куда идти? Что это такое? Блять, все двери закрыты, все двери закрыты, все, блядь. Для чего нарисовали эти двери? Ребята, вы для чего, блядь, сука, нарисовали эти двери, блядь, бесполезные куски говна, блядь. Че тут такое, блядь, заминировано все. Вон, блядь, просачивай. Наверх сходи сначала. Подводи. Ага, блядь. Горит, блядь, везде. Те костры-то, я не пойму, все, блядь, чё, в игре все три костра, что ли, блядь? В самом начале, блядь, костер на костре был, блядь. Сейчас ни хрена ничего нету, блядь. Блядь, это десятый,
толстый, это, наверное, маленький. Че, нахуй? Блять, там, смотрите, нахуй, еще лучники там стреляют в меня, блядь. Вы че, ребята, блядь? Надо сначала черти этих смочить. И как вот я сейчас буду драться с ним, блядь? Как тут, блядь, драться-то, нахуй? Как вот отсюда, блядь, уйти, блядь? Все, этот дьявол-то меня засосал тут, нахуй? Отсос, блядь, вонючий, блядь. Наконец-то, блядь, пропрыгал, блядь. Ну ты, блядь, мужик, даешь, блядь, нахуй. Блядь, как штаны насрал, блядь, бежит. Давай, где у тебя это? Дресня-то, блядь. Ё-моё, блядь, вы видели, блядь, жизнь, сколько у этого птеродактиля, блядь? Хвыркайся, блядь! Чурбан ты, блядь! Железный, чтоб ты, блядь, заржавел. Я не пойму, блядь, ёпта. Как вот этих лучников-то, блядь, убрать-то? Он под него не прыгает, блядь. Я не знаю даже, куда здесь прыгать, блядь, ребята. Нахуй. Бесполезно тут держать, блядь. О, куда-то прыгнул, блядь. Блять, ну выпей, ёпты, лекарство он тоже пьет, блять, неделя нахуй пройдет, сука. Неделя, блять, ёпты, 5 штук можно выпить, блять, за это время, блять. Жирный, блять, чухан, блять. Он, блядь, встает полдня, сука, и пьет полдня, блядь. Вот вся игра, нахуй, ёпта. Постоянно в лёжку, блядь. Постоянно он, нахуй, не, он не может, блядь. Бей быстрее хуету эту, блядь. Победа, блядь, да. Я не пойму, вот как вот эти черти-то, блядь, хлыщут-то, блядь. Я не пойму, как тут играть-то, блядь. Я не могу до них добраться, блядь. Видите, здесь лестница разрушена, блядь. Как я сволочей этих, блядь, на жопу посажу, блядь. Может, вот эти бочки взрываются, я хрен знает. Эти дрочки, блядь. Большой пузырек дает, блядь, грамм жизни, блядь. Маленькие, блядь, сразу целые. Вообще, вы что, блядь, попутали, что ли, что-то, блядь? Я не пойму, ребята, блядь. Мерзавцы, нахуй. Большой пузырек здоровый, блядь, дает меньше здоровья, чем худой дохлый, блядь. С коньяком, что ли, он там, блядь? Я вот не могу понять, где здесь сохранение, блядь? Где здесь костры, блядь? Куда они, сука, делись? Костры эти вонючие, блядь. Сука, 3 костра было, блядь, в самом начале. 2 или 3, сколько там, нахуй, было, блядь? Все, я ни одного не вижу, блядь. Кроме этих пидорасов одних, блядь, я больше не вижу ни одних костров, блядь. Какая-то обезьяна у своих. Полых, блядь. Чё за полых голых, блядь? Кто вот это такие вот сценарии пишет? Чёрт не знает, как свинья у апельсина. Ну, короче, если вам зайдет, я продолжу. Ну, меня тут уже, конечно, выхлёстывает. Мама, не горюй, блядь. Если бы я знал, как прокачиваться, чего-то всё, блядь. Ну чё вот он посмеялся, блядь, и всё. Вот, ну где вот костёр, блядь, очередной? Блядь? М? Где эта вся говнина? Смотрите, там шобла стоит, блядь. Это чё это такое, блядь? Это чё, дракон так прилетел, блядь? Он и их завалил, смотрите-ка. Ну и чего, я бомбу в него буду кидать, что ли?
Ну и бомба. Ну зато не надо никаких кнопок, там два мира, блядь, надо обязательно кнопку держать, потом второй кнопкой регулировать и третий стрелять. Это вообще какому дураку в башку такое пришло, блядь? Это надо быть извращугой, блядь, чтобы такую говнину, блядь, придумать, да. Чё там засел-то этот таракан-то, блядь? Красный, блядь. Обезьяны эти, блядь, такая висит. Вон там эти дурашлёпы ходят, блядь. Он не занимает укрытие, блядь. Вон идет, блядь. Чурбан, блядь. О, смотрите, тут какой-то подвал, блядь. Там сюда, блядь. Подвал в этот вонючий. Подвал пройти. Там засел. Душа. Вот они. Пошел вон, блядь. Блядь, прыгай! Сука, сейчас ёбнется ведь, блядь. Он ведь отпрыгнуть может назад у меня, блядь. Почему-то? Нахер он нужен, этот дурак, блядь. А куда идти-то, блядь? Только туда, наверное. Да брось ты в эту мерзость, блядь. Нахуй, с двух рук-то, блядь, поинтереснее, мне кажется, блядь. Ни одного сохранения, блядь. Ебануться, блядь. Как играть в эту игру, я хуй знаю, блядь. Да, блядь, ёб твою мать, давай быстрее жри эту хуету, сука. Всё, сдох я, блядь, ёб твою. И чего, где я сейчас начну, блядь? Наверное, тоже не пойдет она у меня нихуя, блядь. Elden Ring, конечно, блядь, крутяк. Где вот я, блядь, чёрт её знает. Где это, где вот сейчас, как найти, где, блядь? Ну ладно, давайте оставим как первый взгляд и слава богу. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч!